Директор Джо, хотел поговорить с тобой в кабинете. Ну и здесь пойдет. Проблемы две. Все руководство находится в смятении. До полицейского брифинга, чтобы ни слова. О сообщениях в новостях, Лин Сян, позаботишься. Второе. Ты. Все вы. Чего вы хотите? Не стоит мне здесь оставаться. Оставлю вас. Я тебе позвоню. Куда торопишься? Может, пообедаем? Не верю. Хорошо, я свяжусь с тобой. Зачем ты привел сюда журналистку? Хочешь создать проблему? Ты же видел, она его амулет. Я ничего такого не имел в виду. Она моя девушка, серьезно. Я ее годами преследовал. С такой умной девушкой голову пришлось поломать. Дело Джан Лунху касается не только нас, но и другие банки. Пока мы не придем к общему знаменателю, никаких статей. Понимаете, дело не в этом. Это Лоша обвинила госпожу Сясинь, так? Следует ли предъявить эти доказательства от Сясинь получил? Вот и все. Наконец-то их борьба подошла к концу. Это финал. Неважно, кто терпит убытки от банка. Отдуваться главному офису. Вы давно об этом знали, да? Знал что? Я не первый. Вы первые, но ломать систему не захотели, так? Заговор. Это мог быть. Заговор. Почему никто Джан Лунху не обнаружил? У него же столько кредитов. Вы просто меня ждали? Эти письма? Вы хотели, чтобы я выступил? Ладно, ладно. Обедать. Продолжим в столовой. Идем, давай. У меня есть идея. Филиалу Лун Юань требуется срочное расширение. Сейчас он для тебя слишком мал. Здесь сядем, хорошо. Ты об этом думал? Нет. Но госпожа Ся упоминала об этом. Это имеет смысл. Правительство планирует масштабное переселение. Почти 100 тысяч семей. А еще 26 высокотехнологичных компаний. Ты должен подготовиться. Не пропусти конкурентов. Не упусти возможность. Мне не хватает сотрудников. Об этом сейчас не время думать. Ты можешь набирать персонал. Головной офис даст полномочия. Но это не главное. Не важно, кого ты захочешь. В головном офисе мы переведем. Сделаем Лун Юань основой Юнион Банка. Это значит, что впредь Юнион Банк будет иметь два центральных банка в Линьхай. Финансовые кварталы и Лун Юань. Такова наша стратегия развития. Никто тебя, включая меня, не остановит. Отлично. Мне нужно в уборную. Мы его напугали? Мы слишком нетерпеливы? Стоп, стоп, что вы делаете здесь? Заходите, заходите. У меня не сегодня день рождения. В честь того, что наш банк стал центральным. Давайте пальнем! Еще рано праздновать. Рано? Мы теперь центральный банк. Сможем попросить улучшения нашего общежития. Точно. Во-первых, расширение. Двухъярусные кровати достали. И большой шкаф уже негде хранить. Точно. Караоке-зал. Бассейн. Тренажерный зал. Бильярдный стол, компьютерный зал. Может, вам еще по домине купить и по спортивной машине? Да, да! Я за... Ага, мечтаете. Бонусы вернули по кредиткам? Есть еще нарушения? А? Отвечайте. Мне мама позвонила только что. Нужно срочно перезвонить. Ладно, а мне нужно в уборную. Спину прихватило.
еду на плите оставила. Идем. Зачем портить настроение? Что случилось? Говори. Я целый день размышлял о новом центральном банке. Думаю, это не просто так. Чэнь Син Юань не добряк. Нас как сюда перевели. Здесь не дня спокойного. У меня стресс. Это хорошо, что можно расшириться. Но меня не покидает чувство, что это ловушка. Ты же слышал? Быть полезным — основа компании выживания. Добротой не наешься. Что сделано, уже не воротишь. Наплевать на ловушку. Награда-то отличная. У кого этому ты научился? Пугаешь меня. Лоша, а что? Что еще узнал от нее? Вчера она приходила, готовки меня учила, но я ничему не научился. Я все время боялся, что ты придешь, и вы поругаетесь. А потом я заметил, что она будто искала что-то. Она приходила попрощаться. А может, хотела вести с тобой переговоры? Я не знаю, что из сказанного ею правда. Если хочешь знать, лучше сам спроси ее. Меня всего день не было, а у тебя такая насыщенная жизнь. Что-то еще? Свали. Не издевайся надо мной. Давай к делу. Нам нужен еще один менеджер в штате филиала. Что насчет твоего друга, с кем учился? За границей. Давай с ним встретимся. Хорошо. Blossom Bank. Цян, Цян. Давай купим такой. Давай, только сам плати. Конечно, легко. Потом возместишь. Послушай, когда я вернулся из-за границы, Blossom Bank звали меня к себе. Но родители назвали меня позором. Я здесь был бы менеджером среднего звена. В одной руке держал бы кофе, а в другой пончик. Очень круто. А ты мог бы быть здесь начальником. Простите, опоздала. Ничего. Знакомься, мой начальник Цян. Мой друг Мо. Привет. Привет, я Лин Цян. Спасибо. Можешь звать ее Лин Гирин, она за границей на метро не ездила. Менеджер отдела маркетинга Мо Си Цзюнь. Меня не зовут Лин Гирин, он шутит. Садитесь. Не будь такой, мы в 21 веке. Замолчи. Помолчи. Посмотри, это план по развитию Юнион Банка. Нам нужен специалист, работавший с иностранным капиталом, или обучавшийся за границей и отвечающий за кредиты. Он сказал, ты в этом деле специалист. Есть ли возможность нашего сотрудничества? Скажи мне твои пожелания по зарплате и соцпакету. Она согласится. Со стороны в иностранных банках круто, но им не пробиться на внутренний рынок. Скукота. Тише ты. Когда ты успел таким болтливым стать? Мне следует сперва подумать. Подойди. Сюда. Послушай, о чем тут думать? Слушай, филиал Лун Юань сейчас центральный банк. Это перспективно. В район переводят множество высокотехнологичных предприятий. Зачем тут сидеть? Никакой перспективы. Иди со мной. К тебе будут хорошо относиться. Хорошо относиться? Насколько хорошо? Расскажи подробнее. На выходных вместе готовить будем. Никаких пончиков. Когда ты научился готовить? Почему я не знаю? Недавно. Лучше не ходи со мной, если так будешь себя вести. Почему? Я ж помогал тебе. Ловила с хренов. Не будь меня там, ты бы ее поцеловал. Вместе готовить не стыдно? Умеешь готовить, где твоя самооценка? А чего там готовить-то? Самооценкой моей все в полном порядке. Стой! Чего ты хочешь? А? Переманить, чтобы с тобой работала? Я против. Мне будет неспокойно. Оставить лису стеречь курочку? Нет же. Я не путаю работу и личную жизнь. Все, кто учился за границей, хорошо ладят. Она мне как младшая сестра. Не волнуйся.
Как ее начальник, я буду строг. Такой уверенный. А я спрашивал. Такой интересный. Ну, как же иначе? Привет, Бай. Едем в Юнион Банк. Директор Линь. Доброе утро, директор. Привет. Директор, как ваши дела? Неплохо. Привет. Ой-о. Как ваши дела? Центральный банк такой странный. Он ценит тебя. Директор Чэнь. Ты вовремя. Знакомься. Это Юань Гуанькуй. Юань Гуанькуй. У него две магистерские степени. Позволь ему поучиться у тебя. Директор Линь. Самый молодой директор с лучшими показателями в Юнион Банке. Я рад. Дядя говорил о вас. Вы восходящая звезда индустрии. Рад учиться у вас. Джен Шуай, привет. Как сказал директор, не волнуйся. Все хорошо. Кто твой дядя? Да так. Его дядя? Не в этом дело. С таким человеком, как он, никто сплетни не распустит. Кто его дядя? Неважно. У других филиалов нет такой возможности. Кто его дядя? Цинжен. Глава департамента аудита. Он сдал наш обычный экзамен. Чего ты такой грустный? Хао Вэю, я утвердил пенсию выплаты. Вот он, счастливый конец. Официально все оформлено. Ты директор. Не унывай. Тебя многие поддерживают. Твоя цель — развить наш второй центральный банк. Возлагаю на тебя большие надежды. Директор, госпожа Ся вернется в пятницу. Если волнуешься, можешь забрать ее. Но вот, у Ло Ша и Цян Ца проблемы. Не знаешь, что и лучше. Нет, нет, вы мне льстите. Хочу еще добавить. До опиумных войн в Китае не было банков, только покупали деньги, понимаете? Магазин денег? Да, именно. Но не стоит их недооценивать. Вы могли хранить, забирать и обменивать деньги. В период Цянь Лун можно было даже взять кредит. Взять кредит? Именно. Понимаете? Прошу, проходите. Не стойте здесь. Конечно, я все устрою. Вот еще. В те времена, если хотите, например, дом купить или лавку, могли взять кредит под залог. Очень продвинуто. Да-да-да. Есть какие-то вопросы? Я помогу. Проходите. Я справлюсь. Не волнуйся, успокойся. И еще одно. Покупая финансовые продукты, обращайте внимание на теневой банк. Хорошо? А что такое теневой банк? Никто не знает? Впервые слышим. Серьезно? От вас только слышим. Тогда сегодня я вас кое-чему научу. Так что же такое теневой банк? Изучая финансовое право, мне попался один случай. Мужчина купил финансовый продукт через своего друга. На 5 миллионов. Прошу, пропустите. Простите, пропустите меня. 5 миллионов. И они все исчезли. Джан Дзямин, подойди. Сделай что-нибудь. Мы не можем работать. Ты должен вмешаться. Поняла, что значит иметь хороший старт. Было бы чему завидовать. Мне-то уже все равно, я старый. Ты же еще молодая. У тебя есть такой дядя? Если нет, то будь вежливее со мной. Он правда наш новый сотрудник? Так что такое теневой банк? Поставь его на место. Не могу. Мне с ним не тягаться. Сама иди. Выбирать финансовый продукт следует тщательно. Следующий.
Следующий. Прошу, не надо. О чем хотели спросить? Ящерица, у меня была в детстве ящерица. Ящерица привередлива к песку. Песку? В аквариуме должен быть песок 0,5 миллиметров. Почему? Я в детстве ел песок. Вот оно, ящерицы как дети, они едят песок. И поэтому к песку высокие требования. Если хотите вырастить ящерицу, я дам вам совет. Советую взять вам такой вид, как леопардовый геккон. Леопардовый геккон? Поищите его в интернете. У него невысокие требования к среде обитания, и они довольно милые. Он как пришел такой? А? Он прям рубах парень. Не скажешь, что дядя начальник. Почему ты его еще не усмирил? Потому что белый начнет плеваться. Коричневый этим и не отличается, а вот белый любитель плеваться. Да-да, берите коричневого. Корм, прошу прощения, у него неотложные дела. Сяу-сяу. За мной. Возьми. Потом договорим, пообщайтесь пока. Чем я могу вам помочь? Что такое? Что с твоим костюмом? Шил на заказ. Хорошо сидит. Хочешь такой? Шил на заказ. Что ты там за базар устроил? Я просто рассказывал, как выращивать ящерку. И зачем это? Ты что, не знаешь, в чем заключается твоя работа? Знаю. Просто хочу наладить контакт с клиентами. Даю им почувствовать себя как дома. Вот и все. Твоя работа — бизнес-консалтинг. Ты финансовые продукты важным людям продаешь. Помимо оклада, ты получаешь комиссионные от проданных тобой продуктов. Это все ни к чему. Не надо. Видишь ли, у нас с тобой различается подход. Я болтал с нашими старыми клиентами. Они приходят сюда по делам. Меня они не знают, поэтому мне нужно с ними подружиться, чтобы продавать продукт. Продажа в спешке — это не про меня. Когда подружишься с ними, будет уже поздно. Чему ты учился за границей? Международная торговля, финансовое право и все такое. Спасибо, я кое-что вспомнил. Мой наставник был забавным. Знаешь, он ирландец, любит есть рыбу. Поэтому... Прекрати, хватит! У меня нет на это времени. В Лун-Юане сотни тысяч людей. Кто твой друг? У нас столько финансовых продуктов, но из твоего рта это звучит как мошенничество. Как предлагаешь нам работать? Твой подход меня не волнует. Сегодня я проявлю снисходительность, но потом у тебя будут показатели. Если не справляешься, иди к директору. В зале просто болтать нельзя. Постой, постой. Я впервые от тебя слышу о показателях. Что, по-твоему, банк? Благотворительная организация? Как выплачивать зарплату? Я... Ну что, выдавай кредиты. Там нет оклада, только проценты. Согласен? Вне банка можешь делать все, что угодно. Это никого не волнует. Такое чувство, что это твой банк. Это мой банк, мой дом. Заруби это себе на носу. Вот же хвостунишка. Все материалы готовы. Больше десятка предприятий внешней торговли. С чего начнем? В этом я плохо разбираюсь. Не все иностранные фонды таковы. Наличие английского имени практически ни о чем не говорит. Мы как-то связались с итальянской компанией, зарегистрированы в Италии, но предприятие оказалось отечественным. Они отправляли в Италию мебель, чтобы получить таможенную отметку и поднять цену. Они обратились к нам для предоставления им кредита. После расследования мы выяснили проблему. Хотели обмануть. Ты же будешь регулярно приходить и помогать? Вот твои визитки. Я здесь, потому что хочу сотрудничать с вами. Трудовой договор не подписан, и я еще не уволилась. Будет неприлично использовать визитку, согласна, директор? Идея не моя. Ты спятил? Не стоило, хотя вы и близки. Я не договорил. Когда будешь приходить, помогать, используй эти визитки. А так не будем тебя беспокоить. Подумай об этом. Хорошо. Я тебя поняла. Я провожу.
Ты в своем уме? Я помогаю увеличить нашу армию. Увеличить? Думаю, ты пытался прогнать ее. Не веришь в меня, что ли? Я не глупый. Высокотехнологичные предприятия переедут сюда, это большая возможность. Иначе зачем МО приходить? Если она приходит сюда от имени Blossom Банка, то информация, сделки, это все не наше. Отдадим ей все. Вот поэтому я изготовил ей визитки. Понимаешь? Чтобы заманить ее и поделить наш тортик. Вы же друзья. Разве можно так хитрить? Лоша научила. Не шати, я же серьезно. Никак не могу привыкнуть к ненадежному тебе. А ты надежный? Не пытайся хвалить себя. Я всегда держу свое слово. Так что я надежный. А? Где? Нет, нет, скажи, что меня нет. Стой. Скажи, что я болен. Нет, 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 что-нибудь придумай. Не впускай ее. Понятно? Ты же надежный. Что такое, господин надежность? Тебе просто не понять. Нет, нужно выбираться, она ворвется сюда. Что же мне делать? Твоя невеста? Ты обидела ее, да? Я тебе помогу. Приветик. Заходи, прошу. Сюда, сюда. Прошу, присаживайся. Линцян сказал мне, что вернется через полтора... Нет, через час. А он человек супернадежный. Прошу, садись, принесу воды. Спасибо. Сяо-Сяо пыталась ее остановить, сказала директора нет. Но я знаю, что он здесь. Поэтому и провел ее. Молодец. Тогда принеси все, что она попросит. Воды, еду там... Стой, а директор ушел? Он скоро вернется. Позаботься о ней. Он вроде не выходил. Может, вам принести чай или кофе? Никакого кофе, не переношу его. У нас есть хороший чай. Сейчас достану. Думаю, лучше вам кофе выпить. Ты вся вспотела. Вот, глотни. Спасибо, грейпфрут. Люблю. Что такое? Что случилось? Ничего. Могу с тобой пойти? Скоро твоя мама вернется. Знаю. Знаешь, я не умею заботиться о других. Твоя мама просила меня... Ты нормальный парень. Мама не просила тебя быть моей нянькой. Не вини себя. Я все это время жила у бабушки. А на днях узнала, что с мамой все хорошо. Я сейчас быстро душ приму, а ты поможешь мне кое-что от бабушки перенести. Конечно. Заходи. Бабушка! Обуй. Бабушка! Я дома. Привет. Бабушка, знакомься, это Линцян, коллега моей мамы. Мама просила его позаботиться обо мне, он поможет мне с вещами. Рад встрече. И я. Где вещи? В комнате. Я заберу. Я помогу. Не надо, господин Линь. Прошу, присядьте. Сюда, сюда. Господин, прошу, садитесь, садитесь. Я налью воды. Не надо, не надо, я не хочу. Так присядь, прошу. Сисянь просила приглядеть за Лиле, когда ушла. Да, просила позаботиться о ней. Сясинь приходила ко мне, оставила письмо. Она сказала отдать письмо тому, кто позаботится о Лиле, если с ней что-то случится. Проверь счет Лиле.
Отнести вещи наверх? Нет, оставь здесь. Тяжело, давай. Оставь здесь, все в порядке. Ну, заказать тебе еды? Давай, иди работай. Ладно, когда придет твоя мама, не говори, что я не заботился о тебе. Я не ребенок, не волнуйся. Хорошо, ты взрослая, позвони, если буду нужен. Хорошо, пока, спасибо. Джен Шуай. Джен, проверь счет Леле. Есть ли переводы? Пароль для входа в ящики. Госпожа Ся передала мне его в нашу последнюю встречу. Подожди, сейчас проверю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть нулей. Ей сделали перевод в размере 8 миллионов. Платежный счет выглядит очень странно. К тому же... Он отключился. Написать ему? Нет. Подожду, пока вспомнит обо мне. Хочешь лапшички? Да есть за тебя? Нет, нет, сейчас новенькое заварю. Когда ты его будешь бить, можно мне прийти посмотреть? Готовь. Почему не предупредила? Долго ждала? Долго? Я несколько дней жду. О, я забыл, что обещал. Боялся, что обидишься. Скушай, ямочка. Не хочу. Ты так легко избавляешься от использованных тобой людей. Но... Нет. Просто я был занят, много работы. Давай поужинаем, что ли? Нет. Раз теперь я твой парень, то так и быть, заплачу своим телом. Нет, нет. Мне такое не нужно. Есть новости? Да, есть одна. Горячая? Она стоит моего времени? Конечно, стоит. Идем, поедим и все обсудим. А как же я? Я голодный. Давай, идем вместе. Ну ж, пошли. Брат, я пошутил. Нет, идем. Я не пойду с вами. Давно не получил? Хорошего вам свидания. Идем. Ты обманул меня? Удачи вам. Разве я могу обмануть? Кушай. Остынет. Что за новости? Я ничего тебе не говорил, чтобы ни слова посторонним, ясно? Давай скорее. Сясинь? Поеду за ней и спрошу, что это. Думаешь, Вэньху Групп в этом замешаны? Не знаю. Но есть связь. Значит, кто-то хочет помешать разоблачению. Или Сясинь тоже часть плана. Проходя через этот хаос, предательство близких друзей самое ужасное. Ну, в любом случае, ты не понес потерь. Тебя быстро повысили, твои подчиненные счастливы. Наслаждайся ситуацией, не ищи подвоха. Да. Ты права. Я думал, они хотят меня задобрить. И я намерен выяснить, так ли это на самом деле, или нет. Ненавижу, когда меня используют. Ненавижу, когда кто-то думает, что может всех обмануть. Забудь. Не будем об этом.
Подожди. Когда вся правда раскроется, я расскажу тебе все детали. Ты обещал. Больше не бегай от меня. Разве я такой человек? Вам было нелегко. Ничего. Просто сотрудничала со следствием. Спасибо, что нашел доказательства. Это вам спасибо. Иначе бы нам конец. А что с вашим мужем? К нему еще остались вопросы. Его скоро выпустят. Я получил ваш конверт. Хорошо. У меня есть вопрос. Если вы связаны с деньгами, зачем мне об этом сообщать? Если нет, то что это значит? Есть еще вопросы? Вы так хорошо знали Лоша, но ничего мне не рассказали. И еще. Кто перевел? 8 миллионов. А ты не выяснил? Если бы мог выяснить, то не спрашивал бы. Эти деньги связаны с Вэньху Групп? Вы с ними в сговоре? Вы пошли против Лоша из-за неравного распределения прибыли? Думал, после ареста Лоша все кончится? Если все так просто, то зачем меня задерживать? Развязка впереди. Слышали поговорку? Когда ты в Риме, поступай так, как поступают римляне. Помни, что судьбой заложено неравномерное распределение денег. Смирись. Я исследовал связь экономической кривой и налоговой политики. Учась за границей. И знаете, что нашел? Снижение налогов приводит к стимуляции потребления. А это способствует экономическому росту. Я классный? Да-да. Ага, да. Стойте, а вы меня слушали? Почему я классный? Это не я выяснил. Я пошутил. Вы такие наивные. Алло? Приехали? Я встречу. Подожди, сейчас буду. Красавчик, помоги. Сможешь его прогнать? И как же? Собери им еду с собой. Пускай у себя едят. Нет, я целый день работал, и дайте отдохнуть. Сыграем потом в карты. Слушай, ты, вали вместе с ним, иначе вам двоим конец. Прошу, не надо. Он молодой господин. Разве мы с ним сравнимся? Освободите место. Что это? Сюда. Ставьте. Давайте. Спасибо, спасибо. Пока. Открывайте. Чего смотреть? О! Поняли, что это? Что? Сейчас все расскажу. Открывай скорее. Это? Суп из рыбы фугу. Ели? Не любой повар может ее приготовить. Только тот, у кого есть сертификат. Посмотрите только на это. Прямо как крем, да? А то... Дай мне. Это? Да-да-да, это. Ну, смотрите, вот. Видите? Гребешки. Жареные гребешки, взгляните. Какие красивые и свежие. Знаете, почему такие свежие? Нет. Их выловили сегодня утром. Вот и свежие, знали? А те два блюда ничего особенного. Вот это мне дайте. Хочу морского лангуста.
Китайский лангуст тяжело достать, но я найду способ. Ладно, давайте есть. Господин Юань, может ли это означать, что мы такое каждый день будем есть? Конечно. Кушайте с удовольствием. Мне отец звонил сегодня. Спрашивал, как мне работается. Я сказал, все хорошо. Коллеги обожают меня, и я привлек большую группу клиентов. Ты там была, можешь доказать. Могу. А вечером коллеги позвали поесть пельмени с пивом. Услышав это, мой отец решил, что я должен вас отблагодарить. Поэтому и прислал нам немного вкусной еды. Прислал вкусной еды? Кушайте, давайте, налетайте. Что такое? Алло? Так быстро? Подожди, подожди, стой там. Подожди, я иду. Что-то еще? Что? Такой богатый. Кто его отец? Меня не спрашивай, я не знаю. Кто сказал Линьтян? Он надолго у нас? Его дядя Циньжэн. Чэн Син Юань просил Линя приглядеть за ним. Сказал обучить его, надолго ли не сказал. Выясни, кто его отец. А зачем мне это знать? Что, интересен? Забудь. Забери его, пожалуйста, после ужина, ладно? У меня от его тирады голова кругом. Мы не должны принимать решения в спешке. Давайте подумаем, переосмыслим. Да, переосмыслим. Вкусно. Начальство есть начальство. Вкусно. Хай. Зачем такая огромная кровать? Чтобы мы втроем могли поместиться на ней. О чем ты? Приглашаешь меня с Линьтян спать с тобой, да? Здесь же удобнее, чем у вас. Давай, попробуй. Спасибо, откажусь. О, Линьтяна можешь спросить. Не уходи, красавчик. Давай, иди сюда. Идем. Чего тебе? Ну давай же. Попробуй. Нет, послушай. Я плохого не посоветую. Ну, как оно? 5 минут полежи. Обещаю, тебе понравится. Давай. Брат, брат, твоя рука, ладно. Ни слова. Спокойно. 5 минут. Почувствуй все. Почувствуй. Чувствуешь, как две большие руки держат тебя, да? Под действием гравитации матрас обволакивает все твое тело. Чувствуешь? Да, да? Подергайся. Ляг. Лежи. Нет, нет, это небезопасно, я не хочу. Позови Линьтяня. Спокойно, расслабься. Вот так. Простите, постой. Директор Линь, директор. Давайте. Мы ждали вас. Попробуйте мою кроватку, скорее, давайте. Давай, только купил. Позвал поспать втроем, давай. Нет, спасибо, нет, потом попробую. Выйдем, нужно поговорить. Подождите, я сейчас обуюсь. Я вас жду. Он лобстером нас накормил. Ты пропустил. Проверь счет вкладчика. Он перевел на счет ЛЛ 8 миллионов. Разве дело не закрыли? Госпожа Сяжа вернулась. Счет был открыт в Юнион Банк 10 лет назад. 10 лет им не пользовались. И вот крупный перевод. Это тревожит. Поскорее сообщи об этом в главной офис. Нужна проверка. Следи за этим. Ты такой занятой последние дни. 8 миллионов без причины. Злиться? А почему мне не перевели? Это очень странная транзакция. Как день? Еще спрашиваешь? Я целый день как белка в колесе бегал. Корпоративное обслуживание. А еще обменом валют занимался. У Лин Сяоцзяо сегодня было на 90 клиентов больше, чем раньше. Клиентов много, нам нужны сотрудники, все заняты. И зал маленький. А новичок, как там его, Юань Гуанькой. Обо мне тут судачите? Откуда ты тут взялся? Миленько. Кто посмеет отрубить мою королевскую голову? Люди приходят и уходят. Море людей. Да. Во время учебы за границей я ездил на западное побережье. И тогда я увидел эти огромные самолеты.
Мне сказали, я зашел в запретную зону. Настоящий повар так готовит фугу, что клиенты чувствуют легкую степень отравления. Иначе не идеально. Какого черта он так много болтает во сне? Что ты делаешь? Хочу арендовать дополнительное помещение. Проверяю договор аренды. Может, найдем подушку и убьем его? Йоза, давай я прослежу. Да. Я Джан Изе. Кто осмелился бросить мне вызов? Да. Да. Да? Да. Лимин, чао, чин, чао.